На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. На 200 языках и диалектах. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Нам нужно что-то для... Милый, это просто класс. Есть MP500, это базовая модель, выполняет всю рутинную работу по дому. Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот та почем будет? Это MP800. Чуть подороже, но их функций, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Спасибо. Чуть подороже, функций побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Я готов поехать. Ну, конечно, задали вы нам работу. Ясно? Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Телевизор.
Да. Может. А это смотря что надо. Ну да, я достану. Хорошо, завтра подвезу. Да, на том же самом месте, давай. Ага. За херня-то? Кэра! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом.
новости спорта. Начнем с баскетбола. Решающий матч детройтских машин с командой Денвера пройдет сегодня на арене Кипперлайн. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос: такое нововведение просто сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей из спорта? Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Алиса в стране чудес. Конечно. Вижу, ты любишь читать. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? А где твоя мама? Когда она придет?
Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня, шлюха. Мог жить нормально, была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать. Я для нее в лепешку расшибался. Но ей же все мало. Ей же всегда было мало.
эта маленькая мерзавка! Все из-за нее! Да. Я ей покажу, где ее место! Да. Я знаю, что надо сделать. Алиса! Папа очень зол! Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Очень хороший урок. Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Сюда, тварь! Вы должны подчиняться. Вы мои.